Ребята, всем доброе утро! Доброе утро понедельника! Все рады! Вот так, чтобы все радовались и улыбались. Солнце светит, музыка играет. Поэтому, чтобы у всех было хорошее настроение, я вам искренне этого желаю. И даже если у вас его нету, где-то искусственно сами себе его нагоняйте. Как? Вы сами знаете. Ну, а я с утра занимаюсь благотворительной акцией. Видали? Домашние яечко. Упаковка магазинская, яйца домашние. Значит, наконец-то уже наши куры занеслись на полную. Поэтому я сейчас завезу передачку, передам Сашеньке с Дашенькой. Пусть ни в чем себе не отказывают, понимаете? Жизнь одна, поэтому шо-шо, но яиц мы наедимся. Потому что нынче это дорогое удовольствие, согласны? Там 75-80 гривен десяток яиц. Мир сошел с ума. Поэтому спасибо нашим курам. Мы их всю зиму холили-лелеяли, и вот сейчас пошла отдача. Поэтому заживем. Яйца уж точно будут у нас. И те, кто худают, хорошеют, знают, что яйца – это вообще незаменимое блюдо, да, как бы очень полезное, не сильно калорийное, питательное. Поэтому без яиц мы никуда. Поэтому в свое время я Любчика попросила, говорю, давай купим курей хотя бы. Ну и Любчик купил нам курей, поэтому мы теперь со своими яйцами. Красивая, раздета, дивися, лухари. Ого. Яйца пошли, спасибо. Прикинь, заживем. Ну конечно. Спасибо. Скажи Сане, что будем делать бизнес яичный. Сейчас скажете. Все, удачи, все, красотка, давай. Алехандро, выезжай. Алехандро, выезжай. Разговор есть. Любчик, разговор есть. Короче, я все решила. Опять. Бросаем это гиблое дело. Оце, хватит уже вот это вот тут куйовдаться, как бомжинятка. Я не о том. Бросаем это гиблое дело. Оце и металл, оце такси, оце, да, понимаешь? Да Париж, подожди. Короче, открываем яичный бизнес. Я только что первую партию передала в благодійним, в виде благодійного внеска. Ехала и думала, что мы херней занимаемся? Ну да. Чем мы херней занимаемся? Давайте яйца это продавать. А золотимся. Давайте с ваших начнем. Что-то вообще не в ту степь. Чего это? Ты лучше бы Ане предложила продавать. Яйца? Ну да. Ну что вы такие пассивные? Самой смешно, да? Ляпнула. Любчик, я же для настроения. Саша, ты же тоже не поддерживаешь. Я лучше сам положу. Вы что, смеетесь? 75 гривен, десяток яиц. Мы смеемся, конечно. Папа постарался, блин, завез зерна, завез курей. Так, ладно. В общем... Для семьи, чтобы хватало. Ну да, дело пошло, поэтому... Пойдет, конечно, весна же пришла. Пусть живут наши куры, никто их не будет это, да, вырезать, пусть несут яйца. А если будут в избытке, я буду продавать и зароблю на БМВ себе. Заробишь. Любчик, у нас все хорошо? Не на БМВ заробишь. На БМВ. Любчик, у нас все хорошо? На подсветку, на БМВ. Любчик, я приехала работать. Давай. Ну хорошо. Любчик, ну ты подумай, яичный бизнес имеет место быть. Ну я же говорю, Аня, предложи. Хоть ты начнешь займаться. В общем, Любчик. Дома сидит, каждый, папа, где гроши брать? Надо предложить, кстати, да, идея бизнеса. Саша яблоки у нас продавал, Аня буду яйца продавать. Да, Саша и все продавал. Я ей это, клиентов подходил. Саша насчет продаж, молодец. Любчик, а. И мы с тобой молодцы. Конечно. Да? В тандеме. Ну да. Все, всем хорошего дня, ребята. Еще включимся.
А я уже вернулась домой с работы. И сейчас кое-что покажу. Видали? Что вы сейчас бачите перед собой? Правильно, это скарб. Доця, идешь продавать яйца на рынок? Доця, на БМВ заробим. Короче, це кури огонь, я в шокі. Я їх зараз отмою і в холодильник, ну, боже. От видите, даже яйца делают настроение, а вы говорите. Тож. А мы уже с Любчиком опять в путь-дорогу держим путь. Любчик, скажи, куда мы едем? На пробежку. Мы едем на пробежку. Новый уровень. Мы едем на пробежку. Мы не бежим, мы едем на пробежку. Короче, мы решили поехать к монастырю и там побегать. Километра 3-4, сколько выдержим. Вот, пробежку сделаем, потому что обещанка была же мне худать, помните, да? Хорошеть. Ты помнишь? Чи ты уже забыл? Что я обещала похудать до 65 килограмм. Ты должна помнить. Да помню, каждое утро на весы стою и помню. В общем, мы едем на пробежку. Любчик, ты знаешь, сколько яиц взяла? 12. 12 штук, представляете? Вот это... Даже яйца мне настроение делают. Я не хвастаюсь, если что, а то там кто-то воспримет это как хвастовство, я просто делюсь, я думаю, блин. Радостно, новость дня такая, я куры несутся. Курочек в гости идешь, ты их угощаешь. Я не хожу к ним, нет. Не, ну я крайне редко хожу к ним. Там я, значит, постоянно им от компотика им отдаю. То травку, то водичку. Минута славы. Я другими делами занимаюсь, Любчик, понимаешь? Значит, это, мы не хвастаемся. Они меня ждали вообще. Конечно. Они просто любят мужской пол. Они ждали, что я им что-то принесу, а я принес. Что ты принес? Мама там наварила им. А, да, у нас еще мама их это подкармливает, так что... Так что все добре. Значит, мы сейчас на пробежку немножко калорий скинем. А еще легкий ужин у нас, да? Я сварю кашку, киноа я купила. И вареные яйца. Название вот красивое. Вообще такие есть семена киноа. Ну да, это же есть семена. Я ее кашкой называю. В общем, мы на пробежку, вы поняли, да, уже раз 15-й говорю. Хорошеем, худеем, стройнеем, да? И улучшаемся вместе с Любочком. Значит, мы стартуем от монастыря по асфальтику, по лесочку. Километра 3-4 сделаем, да, Любчик? Что нам стоит дом построить? Вон, смотрите, люди, видите, с палками ходят. Две подружки палками ходят. Любчик, побежали, бросай телефон и побежали. Все, мы на пробежку. Вы уже думаете, мы пробежали? Нет. Мы еще даже не стартанули. Понимаете? Мы работаем. Мы продолжаем работать. Любчик, мы будем оставлять телефоны дома. Кроме моего. Хорошо? Угу. Твой телефон оставляем дома. Побежали уже. Уже не смешно. Алло, ты уже дома или працюешься? Там еще кое-что добавил. Давай, что мы работаем и бежим. Посмотрите, сколько воды. Раньше такого здесь не было. Все в воде. Трепешу камеры. Это раньше было все суша, сейчас все водой покрылось. Капец. Смотрите. Прямо тренировка приостановлена. Образовалась. Не-не-не, мы бежим, бежим. Плохо, очень плохо делать большие перерывы, Любчик. Плохо, тяжело восстанавливаться. Поэтому нельзя больших этих промежутков.
кто бы что ни говорил, кто бы что ни говорил, особенно внутренний голос вам. Время 23 минуты 20 секунд. Остался 1 километр. Средний темп 7.47 за километр. Кто бы что ни говорил вам, особенно ваш внутренний голос, ну там типа можно худеть с помощью правильного питания, спорт можно не особенно внедрять. Ну короче, куча отмазок, куча причин. Там внутри говорит в голове, да? Не слушайте никого. Вот я сейчас бегу и понимаю, какая я глупая, что я столько время расслаблялась. Потому что ощущение от пробежки, Любчик, он цветет и пахнет, и далее. Любчик и без того улыбчивый, а то вообще прям боюсь, что сглазить. Бежит мужик по лесу и улыбается. Короче, шутки шутками. Мы с Любчиком молодцы, поэтому кто там вагается, заниматься или не заниматься, банально ходьба, банально пробежка, но на регулярной основе. Это я вам как почти бегун говорю. Цель достигнута. 4 километра. Время 31 минута 52 секунды. Тренировка приостановлена. Давай похвастаемся людям. Чем хвастаться? Похвастаемся, мы молодцы. О, у меня же эти звездочки. Любчик, ищи подснежники. Мы по дороге видели такие красивые, такие большие подснежники. И решили не останавливаться, не сбивать темп. Фу, а тут перебежали подснежники. Продолжаем тренировку. И не останавливаем. Гляньте, мы вас... Тренировка приостановлена. А здесь это саженцы. Это елки, да? Сосенки. Смотрите, сколько много. Так хорошо птички поют. Боже, как природа мне нравится. Тебе нравится солнце? Как расслабляет, да? Вот банально по какой-то это. Идем грязно. Продолжаем тренировку. А оно это. А оно радостно. Какие-то странные, наверное. Мне даже забор вот этот нравится. Тебе нравится? Я как с душой сделан. Ну посмотри, как эстетично. Но мне нравится. Давай сделаем себе такой под надречкой. Я буду только знать, что это за пародия забора. Ну вот в этой местности очень красивый забор, смотрите. Тренировка приостановлена. Успокойся, дядя. В общем, не нашли мы подснежников. Там, где прибежали. А видели возле Самары. И знаете, что Вова говорит? Говорит, поехали на машине, говорит, нарву тебе подснежников. Любчик, ловью. Ловью. Боже, 4 километра пробежала, еще цветы получу. В общем, мы тут бегали и вычислили там вдоль дороги такие огромные-огромные подснежники. И вот Любчик ведет меня добывать подснежники. Так, романтик. Солнце, ты романтик? Конечно, романтик. А где мы будем заходить, романтик? Мы ищем дорогу. А мамонта мы будем волыть, чи не? Ну, дивись, я уже бачу, таки не распустился. Я не бачу, не, подожди, резко. А, вижу, да. Но он не распустился. И темно очень. Не, давайте вот там, где мы видели. Вот там по чагарникам пошли. Виндали? Любчик, мне добыл цветы. Любчик, гордись. Я тебя ловью. Смотрите, какая красота. Короче, сдаем локацию. Вот тут турбаза. Видите, как это называется? За Самарой, короче, следующая. И вот там поворот. Повороты к Перлине туда. И вот эта мусорка. За ней есть цветочки. Такие жирненькие. О, класс.
людей праздник. Фу, в общем, все. Мы свой этот цель выполнили. 4 километра пробежали. Еще и с цветами вернемся домой. Вот так. Всем хорошего вечера.